канун грандиозного праздника не меньшего масштаба планируется приезд гостей. Проложить для них своего рода дорогу и осмотреться на месте приехал сегодня известный американский кинопродюсер Боб Ван Ронкель. Его приезд имеет особое значение для республики, поскольку именно с помощью Ронкеля многие голливудские звезды узнали Россию и стали сюда приезжать. Подробнее о своей деятельности, начатой 10 лет назад, он рассказал на встрече работникам культуры. Насколько это хорошо для того, чтобы, например, есть какая-то идея, ну, чтобы люди услышали, увидели, вот, привести известных людей и показать что-то. Президент компании «Двери в Голливуд» рассказывает, с кем из звезд он чаще работает, а с кем лично дружит. Последних оказалось большинство – Шон Пен, Джек Николсон, Дольф Лундгрен, Стивен Сигал. Многие из них сами жаждут увидеть республику, прославившуюся во всем мире. Я думаю, что было бы интересно сюда привести на этот фестиваль людей, которые участвуют в фильмах, боевики, потому что я разговаривал с некоторыми из них, такими как Дольф Лундгрен, Марк Дакаскас, Эрик Робертс. Они, в принципе, готовы, им интересно сюда приехать, они абсолютно не обеспокоены ничем. Помимо фотографий был представлен небольшой ролик, освещающий последнюю московскую вечеринку, на которую Ронкелем были приглашены звезды мировой величины. А вот кто приедет в Чеченскую республику, предстоит выбрать организатора мероприятия руководству республики. Но кто бы это ни был, приезд его вызовет широкий общественный резонанс. Они скажут о Чеченской республике нашу правду, правду, которую они увидят своими глазами. Не ту, которую сформировали десятилетиями СМИ о Чеченской республике, а сегодняшние реалии, когда они побывают у нас в республике, увидят открытый, гостеприимный народ чеченский, увидят положительные перемены. Ближе к вечеру гости вышли осматривать город и возложили цветы к памятнику первого президента, героя России Ахмада Кадырова. Международный кинофестиваль «Новый ковчег» пройдет в республике с 13 по 19 июня. В эти дни в кинотеатре «Юность» с 9 утра и до 7 вечера будут транслироваться фильмы известных кинорежиссеров из разных стран мира. Их количество уже перевалило за 80. Мариям Керимова, Асхаб Зайнулаев и Самогамадов. Новости.